Всем привет! Сегодня буду менять термостат на колени. Машина греется до 60 градусов и все. А сейчас зима, холодно, уже минус 20 сейчас. Поэтому надо менять. Приступим. Для начала снимем патрубки от воздушного фильтра. Возможно, сам воздушный фильтр придется снять. Датчики. Ну, дальше по ходу все буду рассказывать, что будем снимать. Вот, ни с того ни с сего машина все перестала греться. Плохо. На улице тоже сейчас все снимать, все менять плохо, холодно, руки мерзнут, а гаража нету. Был бы гараж, было бы хорошо. Патрубок этот воздушный полностью снимаем. Сейчас надо будет снять датчики, но прежде снимем, оценим клеммы с аккумулятора. Сейчас заодно поменяю датчик охлаждающей жидкости. У меня ошибку в последнее время почему-то стало выдавать. Берем, чтобы не мешался аккумулятор. Теперь отсоединяем датчик охлаждающей жидкости. И вот распредвал. Убираем в сторону. Теперь откручиваем все патрубки охлаждения. Вот все, патрубки все отсоединил. Сейчас стало самое сложное — открутить сам термостат. Можно было, конечно, здесь поменять крышку только, было бы это гораздо проще. Но в ближайшем магазине, который расположен к дому, не было крышек. Были только целиком термостаты, поэтому пришлось покупать термостат. Вот. Термостат у нас откручивается вот здесь вот гаечка на 13, вот где вот клемма, масса двигателя, и включается вот здесь вот. Вот она у меня уже немножко вот откручена идет, откручена. Видите, вон болтик.
Сейчас открутим массу, и все, термостат у нас снимется. Вот, все, снял термостат. Вот такой вот он. Сейчас посадочное место на двигателе почищу от старого герметика, от прокладки. Намажу свежим герметиком, установлю прокладку и поставлю новый термостат. Снимать не получается, на улице очень холодно, поэтому камера быстро, время батарейка на камере быстро садится. Не знаю, может что-то получится сделать, снять. Вот сейчас буду чистить посадочное место под новый термостат. Ставлю прокладку, убираем. Чистенько сейчас станет здесь. Прокладка ляжет ровно. Чтобы здесь у меня никаких потеков не было. Вот, все, почистил посадочное место под термостат. Теперь ставлю герметик, ставлю прокладку на герметик. Потом мажем новый термостат, тоже вот посадочное место его герметиком обмазываем. И туда ставим, устанавливаем. Ставлю новый датчик температуры охлаждающей жидкости. И все, в принципе, патрубки все засовываем на место, устанавливаем, заводим машину, смотрим, как все работает. Вот, все, установили термостат. Вот у меня датчик новый. Теперь его закручиваем сюда. Устанавливаем все патрубки. Заливаем тосол, потому что выбежал все равно. Воздух весь выпускаем из системы. Ну и все, в принципе, проверяем.